Изготовление газобетона не может обойтись без портландцемента, поэтому важно уметь правильно выбирать его, разбираться в маркировке и качестве. На сегодняшний день действует два ГОСТа, но наиболее популярным остается ГОСТ 85 года, который дает четкое понимание того, какими прочностными характеристиками обладает цемент и характеризует присутствие добавок. Кроме характеристик цемента, мы обращаем ваше внимание на срок его хранения на складе. Чем старше цемент, тем хуже его свойства. Поэтому этот момент очень важен при выборе цемента для изготовления газобетона. Предлагаем вам к рассмотрению три образца цемента. Образец номер один – 7 месяцев на складе. Четко видно скомковавшиеся элементы. Образец номер два – 3 месяца на складе. Первичные признаки комкования. Образец номер 3, только что с завода-изготовителя. Поместим наши образцы в лабораторные стаканы. В дальнейшем мы зальем их водой, тщательно перемешаем. Вернемся к нашим образцам спустя 15 минут, 45 минут и сутки. И оценим процессы, протекающие с цементным камнем. Это позволит нам доказать сделанные нами ранее вывод о том, что чем старше цемент, тем хуже его свойства. Итак, проделываем задуманное. Заливаем образцы водой, тщательно перемешиваем. Возвращаемся к образцам спустя 15 минут. Производим повторное перемешивание для обеспечения наилучшего протекания химических реакций. Прошло 45 минут. Постучим лабораторными стаканчиками о стол, что позволит нам произвести уплотнение и выравнивание цементной смеси. Вернемся через сутки. Итак, по истечению суток возвращаемся к нашим образцам, высвобождаем цементный камень из лабораторных стаканов. Визуально четко видно, что образец номер один и образец номер два остаются влажными, края деформированными. Можно на этом этапе уже сделать вывод, что данные цементы непригодны для изготовления газобетона. Что же с образцом номер 3? Как вы видите, он имеет красивый цилиндрический вид с четкими гранями. Но для завершения эксперимента доведем задуманное до конца. Воздействуем на имеющиеся цементные камни ножом и посмотрим на результат. Итак, образец номер один. Нож как по маслу входит в цементный камень. Следовательно, цемент не пригоден для изготовления газобетона. Образец номер два. Все то же самое. Цемент не пригоден для изготовления газобетона. Образец номер три. Остается чуть заметный след от ножа. Следовательно, из представленных трех образцов к изготовлению газобетона рекомендован образец номер 3 со сроком хранения на складе меньше 2 месяцев. Это позволит получить вам качественный конечный продукт.